очень влияло, когда ее особенно брали вместе. И детали, кстати. А почему у него в игре такое упоротое лицо? Блядь, это, мне кажется, он не выглядит. Подправить бы ему немножко. А чё он за мной не пошел? Ну это не считается, блин. Я не знаю смысл, я предтещу. Сейчас думаю, ты чё, совсем дурак? Это такая... Взять такой билд, позвать мана, всем в подвал прийти и упасть. Вот это я называю баланс. Такой баланс маны и хотели видеть. Так, я прячусь, тихо. Нет, я не прячусь. Я прячусь! Все, парни, я спрятался. Я спрятался! В смысле, не спрятался, блин, херня какая-то. Гаси! Сосать, ракуешь! Что это за херня вообще? Как его можно использовать? Ну это типа одноразовый хил, если только можно использовать. Вот проверили, не показывает. Я лег, чё? Я лег. А чё мне ещё делать остается? Помогите, куда? Это же... У меня настакалась скорость или чё это такое? Как я побежал так быстро? Чё это такое? У меня настакалась скорость или чё это такое? Всё, у меня истратил соперник. А чё? А подождите, скорость реально стакается или чё это такое? Не, я не буду проверять. Да, одноразовая. Я что-то... Ну я падать больше не могу, к сожалению. Мне кажется, охереть. Ля, что это за скорость вообще? Ля, моя стенка. Ой, найс, конечно, этот патч. Ну, это реально багается или это из-за этого? Или, короче. Не, ну гениальный мув. Ну, типа, я такой же сразу билд, кстати, взял, как у него, только у него не вкачанный. Блин, вот как мне играть, смотрите. Видите? Вот это вот. Блин, теперь вебку надо нас... А сейчас история, которая заинтересует многих зоологов. В Калининском районе в частном доме жители поймали серую крысу-гиганта. Животное повадилось воровать на кухне конфеты. Ему устроили засаду. В итоге воровка оказалась просто гигантских размеров. Эту серую, так называемую корабельную крысу, жители поймали после того, как она устроила погром на кухне. Ее размеры просто... Смотри, лучше, чем старый фон. С чем связана величина... Каких бабушек еще? Что ты несешь? Каких бабушек еще? Это не размер, конечно. Ты слышишь, дурная бабушек, уважаю. Это размеры. Поэтому бывают гиганты, на самом деле, среди людей, которые случайно возникают. В чем здесь крыса и я? Как правило, этого не происходит. В чем здесь крыса и я? Ответ на вопрос, это, конечно же, благоприятные условия. Как правило, достаточное количество корма.
Хотя укус животного и не смертельный, но крысы – переносчики опасных болезней, так, например, чумы. Поэтому загонять ее в угол и тем более ловить руками специалисты не советуют. Так в этом случае она может так не только укусить, но и попытаться напасть. Тем более, где тут крыса? Покажите на фото. Другие тут человек. Способы. А крыса – это вот кто сделал фигню всякую. Но он только пилить пытается. Он бы меня уже давно поймал, потому что достал. Ай, да ладно! Захлебнувшийся в походе, оседлавший смерч, откройся просящему твоего снисхождения. Благую волю того, кто просит тебя. Совсем поехавший, что ли, дурачок? Бля, это совсем не нормальный, понимаете? Про белых обоев? Держи монетку, тебе пригодится. А, спасибо, Оксилик. Ты что, дурной, что ли? Бля, ну реально клоун, нафига вы эти дудки нездоровые вырубаете? Ну дурачок, понимаете, вообще ненормальный. Тут я не вырубаю. Так, кстати, польский код. Я твой трекич должен вырубить, да? Я его не вырубал. Сейчас вырублю польский код. Секундочку. Кисуня, не надо жать кнопочки. Бля, просто нездоровые. Вы понимаете, что вы умалишенные? Вы не пробовали таблетки там выпить, которые врач вам прописал? Ну что-то есть, знаешь, такое, черты лица. Черты лица. Ну только чисто, а может такую же реально прическу сделать чисто назад и будет похож. А чё вы смеетесь, похож? Немного. Ну черты. Черты просто лица. Лицо мне. Ты всегда можешь их изменить. Да что-то откуда? Фигня-то? Что это? У меня звуковуха или что? Иди нафиг отсюда, этот трек оказывается. Совсем ненормальный, что ли, такой? Я думал, у меня что-то сломалось. Дурной. Че? Остановился и меня от ТП-шного вообще туда-назад. Ну, у меня и нет, походу, что-то тупит. Как он нажал орехом, он ТП-шнулся, да. А, он забагал, походу, чела. Или нет, или он на земле, типа, лежит, но он его забагал, да? Ладно, чё, кто? Джейк, Леонард, а, ну они в этом. Видите, они его бессмертным как-то сделали. Ну, нужен лук.
Что делать, парень? Что я без... Понятно, блин. Я ж обезвредить нажал. Почему он ворота потянул? О. А чё вы смеетесь, блин? Нахера багнуто? Какого чёрта всё на одну кнопку? Как, блин, это вообще? Ля, ну нужен был люк. Надо было люк ходить. Люк здесь. Да люк ещё здесь! Да что за верня? Ну это реально easy челлендж был бы. Ещё и сверлить начали. Бля, какие клоуны поставили мне сверление. Чё вы смеетесь? Я думаю, реально у меня, потому что там сначала стучали. Вообще-то я говорил, чё вы смеетесь? Тогда надо было. Не вер... Так, ну у меня чили сейчас будет, может прокинем? О, можно прокинуть. Можно вот туда прокинуть. Раз, два... Вот он скилл, вот он скилл, понимаете? Рассчитал, это математик. Расстояние рассчитал и скорость полета. Калькулятор. Ты совсем ненормальный, ты мать с такими треками, клоун. Как это ебнуть, да ты нахрен отсюда, дурачок, басбустедный. Чё? Что? Чё было? Он серьезно, он не упал на этой. Это какой-то гений. Гений какой-то, блин, куда он ушел? Это как, блин? Я думал, он упал, и, короче, я. Ну ладно. Бывает. Чертов гений. Бля, что это за никосик? Кто это? Вы по его аватарку видели? Я же. Я покажу. Что это вообще такое? Ну, я думаю, выходной в субботу все же. Чё вы смеетесь? Чё вы смеетесь? Чё вы смеетесь? Это не смешно нисколько. Куда я уже пер... Ой, я перелез, куда ты меня вытягиваешь? Ладно бы ударило, оно меня вытянуло, блин. Чего, блин? Меня тупо это пошло обратно, ну ладно. Там спилили, что ли? А где реально тропа открывается? И как мне теперь переиграть? Что за херня, блин? Если я прыгну, я этот. Я даже двинулся. Ля, ну... Она реально открылась? Ну сколько трап... Ладно. Удачи. А чё вы смеётесь, блин? За что мне открывается трап? Прибежал к старушеньке. А! Чё? У меня не скинулось. У меня багнулось. Чего? Я её скинуть не могу. Чё за фигня? Я ее скинуть не могу. Это что? Чё за фигня?
что за фигня? Или это из-за ключа? Я из-за ключа, да, заруинился? Блин, я из-за ключа, да, заруинил? Хорошо, можете заводить. Да заводи, заводи, заводи. Да уходи, у меня же встать, это ж видишь на стриме. Переиграл! Он сейчас подумает. Че? Да пошла ты, игра вонючая! Ну это нереально! Ну это просто нереально! Что это? Здравствуй, здравствуй, Егор Исаныч. Ого. Понял. Да ты отвлек! Зачем меня отвлек? Сейчас все посмеются. Да. А, мертва. Так, сейчас я поставлю твой этот и трек поставлю. Сейчас я запись, так. Но ты проходишь мимо. Блин, не отличить от оригинала. Но ты проходишь мимо. Я спрятала улыбку. Мне важно, чтобы ты узнал секрет. Лови мой каждый импульс. Ты мне не безразличен, но я не влюблена в тебя. Я просто в тебя втюрилась, втрескалась, вкрашилась. Я потеряла голову, врезалась, вляпалась. Ой. Блин, талант. Ну, талант же, согласитесь, хуяша, чисто серьезно талант.